Югорские студенты могут вновь попробовать себя в роли бизнесменов. Стартовал прием заявок на чемпионат Югры по управлению бизнесом «Точка роста». Его проведут в рамках Всероссийского молодежного кубка «Управляй». «Точка роста» — это ежегодный проект, он основан на бизнес-симуляторе. Участники соревнуются в профессиональной студенческой и школьной лигах. Будущие бизнесмены должны разбираться в маркетинге, логистике, управлении финансами и персоналом. Победители определят по инвестиционной привлекательности их виртуальных компаний. Призовой фонд чемпионата — 1 миллион рублей. Подать заявки на конкурс можно до 1 октября.